На поиски черных ящиков самолета Egypt Air осталось всего 5 дней. Об этом заявили египетские эксперты, занимающиеся расследованием обстоятельств катастрофы. Меньше чем через неделю аккумуляторные батареи самописцев перестанут работать. В этой связи власти усилили поисковую операцию. Напомню, пассажирский самолет, следовавший из Парижа в Каир, пропал с радаров 19 мая в воздушном пространстве Египта. На его борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли. Официальная причина катастрофы до сих пор не названа.